Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новая рекламная платформа, называется Клинкин. Значит, раскрутка реферальных ссылок. Сэкономьте время, достаточно уделять всего 15 минут в день. Забудьте про неэффективную рекламу, отнимающую кучу времени. Поиск рефералов – это просто посмотрите несколько чужих ссылок, получите просмотры своей. Реклама в интернете дорогая, а у нас целый месяц показ вашей ссылки целевой аудитории всего за 120 рублей. Просматривая чужие ссылки, вы узнаете, на каких сайтах люди зарабатывают деньги. Помимо рекламной платформы, здесь еще будет матрица, друзья. Старт состоится 28 мая. Значит, 28 марта 18:00 по московскому времени. Вход 120 рублей. И расстановка будет проводиться по дате регистрации. Так что сначала регистрируемся, а потом думаем, работать или не работать. Тем не менее, это рекламная платформа, и мимо пройти я не могла. Значит, за 120 рублей мы получаем целый месяц показ вашей ссылки для целевой аудитории. Плюс место в матричном маркетинге с партнерской программы. Поиск партнеров проекта. Это просто посмотрите. Ну, это я уже говорила, да? И с одной купленной ссылки можно получить 94 740 рублей. И 32 клона по маркетингу. Значит, и Pair Fricasa, и вывод работает, минимальный вывод от 10 рублей. Так, далее, как это работает? Также это все можно прочесть. Новости. Мы открылись 18.05, регистрация здесь наипростейшая. Логин, пароль, email, капча, создать аккаунт. Далее вход по логину и паролю. Я ничего не пополнялась, только зарегистрировалась, как бы, и все. Так, логин, пароль. Здесь вот тема, можно, как бы, можно сделать темную тему. Видим, да? И светлую. Так, сейчас я введу пароль и логин. Логин, пароль, капча. Кликаем вход. И мы попали в кабинет. Значит, сразу здесь просмотр ссылок. Люди рекламу дают. Сейчас мы с вами тоже загрузим рекламку, пополнимся. Значит, все у меня здесь по нулям. Просмотр ссылок. Это вот. Значит, мои ссылки. Я еще ничего не добавляла. На баланс не хватает 120 рублей для добавления ссылок. Далее мой кошелек. 0 рублей. Pair Fricasa. Здесь можно как бы ставить такие вот галочки. Далее. Укажите финансовый пароль. Необходимо для защиты вашего аккаунта. Сам финансовый на надежном месте. Ля-ля-ля. Тополя. Так. Pair кошелек для вывода. Так. Сейчас мы это все установим. И финансовый пароль. Подождите, друзья, надо... Сейчас я запишу это все. Значит, я указала финансовый пароль.
Так, друзья, далее что? Прописываем Pair кошелек. А здесь указываем финансовый пароль. Сохранить. Так. Сохранили. Что далее у нас? Теперь давайте пополним, да? Значит, Pair. А вывод у нас мой кошелек. Здесь. Так. Пополнить. Здесь пополнить, здесь вывести. Ага, нужно сумму ввести 120 рублей. Далее пополнить. Сейчас перебросить на платежную систему. Выбираю рубли. Небольшая комиссия. Подтверждаем. Опять оплатить, подтвердить, ну и все. Сразу на балансе мы видим 120 рублей. Так. Далее что? Мои ссылки идем. Добавить ссылку за 120 рублей. Давайте добавим. Все делаю в режиме онлайн. Далее пополним. Ага. На балансе. Сюда что у нас? Описание сохранить. Значит, описание. Я буду рекламировать игру. Короткое описание. И реферальную ссылочку. Загрузится. Вот она, моя реферальная ссылочка. Я ее копирую. Перехожу. У меня, как всегда, все тупит. И вот сюда вставляем реферальную ссылочку. Возможно, надо пополнить. Сейчас попробуем сохранить. Угу. Так, действую до 20.06.23 года. Все шикарно. Здесь поднять ссылку в ротации за 5 монет. Ну и редактировать.
Все замечательно. Так, мой кошелек я вам показала. А следующая идет партнерка. Так, купив хотя бы одну ссылку, вы автоматически становитесь участником партнерской программы. Вот как-то так. Здесь пригласитель, ну и здесь матрица. Предстарт. Расстановка матрицы начнется 28.05.18.00 по московскому времени. Расстановка будет проводиться по дате регистрации. Не забываем. И вот здесь идет матричка, видим, да? Так что нужно регистрироваться. Так, далее вкладочка рефералы. Находится реферальная ссылочка. Далее баннеры. Такие вот. Если нужны ссылочки, есть все шикарно. Настройки. Ну, здесь ничего такого нет. Ну, вот как-то так. Кому интересно, заходим. Работаем. Зарабатываем. Мне интересно, друзья. Проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Ну, здесь можно просматривать рекламку. Я вам, извиняюсь, не показала. Давайте посмотрим. Одну. И вот здесь идет, видим, отсчет таймера. Ну и все. Нет ни капчи, нет ничего. Так что все шикарно. Просмотр. Пока-пока.